Беларускія военнослужащие готовы до выполнения любых задач. В Украине протягивается проверка боеготовности армии. Забеспечение миру на белорусской земле – главная задача, которая стоит перед узброенными силами. Военнообязанные занимаются обновлением ведов по своих военно-уликовых специальностях. Сегодня в Гомельском районе прошли учебные мероприемства. У программу вошли стрельбы с пистолета ТТ и автомата Калашникова. Не обошлось и без кидания гранаты. После получения закрепления штатного оружия приступили к проведению учебных стрельб. Прежде всего это пистолет ТТ. Для нас он, для меня лично, это новый пистолет. Но вопрос в том, что все должны пройти определенные степени пути подготовки к занятиям, чтобы быть готовым к защите Родины. Плановое учение проводится штомесячно. В умовах переменливой геополитической обстановки военнообязанным важно не только заховывать набытые навыки, але и удосканаливать учебно-материальную базу. Войски действуют как на полигонах, так и у населенных пунктах. Выполняют задачи по передислокации с переодолением водных перешкод. Особливая увага работе с военной техникой.